Сразу несколько организаций города над Бугом с наступлением холодов объединяют свои усилия и протягивают руку помощи людям, которые в силу различных причин живут практически на улице. Сотрудники милиции, специалисты Брестского зонального центра гигиены и эпидемиологии, а также городской организации Белорусского общества Красного Креста и медицинских учреждений провели акцию, в рамках которой людям без определенного места жительства были предоставлены условия для прохождения медицинских обследований, выданы теплые вещи, горячая еда, а также проверена их причастность к преступлениям. Проводится она для, в первую очередь для учета лиц социального поведения, социальной жизни. На базе нашего центра проводится их полная санитарная обработка, куда они доставляются органами внутренних дел. Также проводится осмотр на педикулез, регистрация этого заболевания, если оно выявляется. В случае необходимости им выдается одежда, которая предоставляется органами Красного Креста. И в некоторых случаях выдаются даже продуктовые наборы, если это предоставляется органами Красного Креста. Такая акция милосердия давно стала традиционной для города над Бугом. Ежегодно организации и десятки неравнодушных людей приносят в пункты приема теплые вещи и еду, которые волонтеры раздают нуждающимся. И мероприятия, подобные проведенному сегодня, в Бресте проходят на протяжении всего года, и особенно в сезон холодов. Посильную помощь организации оказывают не только лицам без определенного места жительства, но и иным категориям граждан, которым необходима поддержка и опора. Такая акция будет проводиться у нас и не только вот на базе пропускника Центра гигиены и эпидемиологии. Планируем развернуть палатки в местах, где это нужно, собственно говоря. Палатки там будут работать. Также это будут мобильные пункты у нас обогрева. Будут работать волонтеры, обеспечивать горячим питьем и также одеждой. Такие акции будут проводиться и в дальнейшем. Все, кто по своей воле или в силу неблагоприятных обстоятельств оказались в тяжелой социальной ситуации, смогут найти сочувствие и поддержку. И эта работа приносит безусловную пользу не только тем, кто получает, но и тем, кто отдает. Милосердие, гуманность, доброта и неравнодушие – главные и самые ценные человеческие качества. Тот фундамент, на котором должно строиться любое современное общество.